Господу душа моя, только Он моя сила, исполнитель для меня, Он меня возвышает, не спотрусь я, Он меня возвышает, ой, не спотрусь я. Я попрошу, пожалуйста, дети, идите сюда. Мы сейчас вас благословим, и вы пойдете на детское служение. Пожалуйста, выносите, вывозите, выводите деток. Пожалуйста, всех деток сюда.
Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Дети – это наше богатство. Это наше счастье. Это наша радость. Это подарил нам сам Бог. Спасибо, Господи. Я говорю это потому, что в нашем вот семья, которая только что родилась, чтобы знали, что дети – это богатство, это Бог дарит. И поэтому над детьми надо трудиться усердно, усиленно, чтобы у них, которые Бог заложил дары, у них и чтобы все у них это родители умели понять и все это заложить. Чтобы в будущем наши дети были успешны во всем. Деточки любимые, поднимем ручки к небу и будем просить благословения. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, мы благодарны за той подарковый подарок, который тогда подарил нашей церкви, на наших любимых и дорогих людей. Я благодарю всех родителей, которые трудятся над своими детьми, наставляют на путь истины, праведный, который ведет Царствие Небесное за Господом Иисусом Иисусом Христом. Господи, благослови наших детей обильно, чтобы они на служении были послушны, чтобы они внимательно слушали слово, которое для них приготовлено, чтобы они всегда знали, что мы, они в великой охране и в руках Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше служение. Я призываю святую кровь нашего Господа Иисуса Христа на них, как охрана и защита на их жизнь, на их родителей, на их дома, на их учебу, на их труды. Все, чем они занимаются, я верю, Господи, все будет успешно, потому что наши дети, они с раннего детства наделяются мудростью от нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господи, за наших детей. И мы все молимся во имя Господа Иисуса Христа. И вся церковь скажет «Аминь». Сейчас детки наши споют. Они знают очень много псалмов. Давайте. Поют детки так. Пришла